Уральцы недовольны соседством с рынком. Жители домов, расположенных по адресу микрорайон Женис 8 и 8/1, заявляют, что рынок Мирей расположен слишком близко к их дому. Кроме того, торговые палатки выходят за огороженную забором территорию. Это создает заторы при въезде во дворы жилых домов. Наши корреспонденты расскажут подробнее. Жители домов номер 8 и 8/1, расположенных в микрорайоне Женис, выражают возмущение уже давно. Они недовольны, что расположенный рядом рынок Мирей находится слишком близко к домам. Кроме того, в последнее время торгующие выходят за пределы ограждения рынка. Как отмечают жильцы, транспорт, который скапливается около рынка, создает заторы. Въезд во двор становится настоящей проблемой. Ситуация, по их словам, создает опасность и для детей. Сейчас там будки стоят, вон, сколько, за территорией будки. Это территория, практически это надгосударственная. Машины должны взять за определенное место. Во время обеда, в пределах 3 часа, не могут машины заехать. Тот раз я был свидетелем. Одна скорая, ковид, машина не мог проехать здесь. Проехал со стороны оттуда, заехали. Аварийность, сколько раз детей уже вместе, и ГАИ, и в Акимат, и куда мы обращались, да. Представители рынка, в свою очередь, заявляют, что даже те, кто торгует за пределами забора, находятся на своей территории. Участок под бизнес был выкуплен предпринимателями еще в 2004 году. Когда дом строили, почему-то строители, они должны были отойти от рынка на определенное расстояние. Они это расстояние не учли. Хотя уже мы выкупили раньше, намного раньше, чем дом начали строить. Вот это чья, не знаю, была ошибка, что они должны были, допустим, рынок вот здесь стоит, от рынка, будем говорить, 20 метров, они должны были отойти. Но они отошли не на это расстояние, намного ближе к нам подошли. В свою очередь, в Уральском городском отделе земельных отношений подтвердили, что деятельность рынка не выходит за пределы их собственного участка. Земельный участок площадью в 1 гектар был выдан руководителем рынка Мирей в 2004 году. Контейнеры, которые расположены за пределами ограждения, находятся на территории этого участка. Тем временем вопрос, кто дал разрешение на строительство жилых домов близко к частной территории, остается открытым. Марина Горбук, Манарбек Кушалиев, Рустам Джумашев, ТДК 42.